Вообще конкретных инструкций мне никто не давал, как что снимать. Алексей Владимирович Беляев мне сказал, что снимать можно на телефон и не плеваться в микрофон. Небольшой сабантуйный конкурс. Мы решили распечатать основных героев БЖЖ Фрикс последних двух недель. Вот у нас участники ижевской команды. Ваша задача по фото попытаться определить пояс участника. Соответственно, победитель конкурса что-нибудь получит от Алексея Беляева. Я его подставляю немножко, но тем не менее. Все, поехали. У нас красавец-мужчина. Пурпур. Мне кажется, пурпур. Он коричневый. Коричневый, пурпур. Артур, я тебе давно говорю, что ты коричневый уже, так что... Панков пурпурный? Этого мы знаем, господи. Да, этого знаем. А чем он так известен? Чем у нас Панков известен? В Бразилию ездил. В первую очередь тем, что это единственный человек в России, который сам себе синий пояс дал. Вот, отлично. Следующий у нас пошел. Шаски, черный. А, ну халявщики, это халява, да? Посложнее давай. Посложнее. Давай, проверочка. Халява, еще одна халява. Это просто. Это кто у нас? Это не что, это... Это кто? Знаете? Да не, вы что? Пурпурный? Это посередине. Чисто рандом. Синий. Ну все, видимо, это будущий пурпур. Назар, тебе привет. Это белый пояс. Ладно, спасибо, парни.